Ребенок, выпавший из окна четвертого этажа, был транспортирован в Кишиневский институт матери и ребенка. Решение было принято вчера во время медицинского консилиума. Бельская больница стала местом, где состояние мальчика удалось стабилизировать. Вначале он находился в Единец. Дальнейшее лечение будет проведено в Кишиневе в отделении интенсивной терапии. Операция ребенку была проведена бельским хирургом в Единицкой больнице. Копилул де 7 ани, care a căzut în gol de la etajul 4 al unui bloc de locuit din orașul Cupcini, a fost transportat la Spitalul Clinic Bălți în stare gravă. Acesta urmează să fie transferat la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Напомним, что трагедия произошла в среду вечером. Играя, мальчик забрался на подоконник и, опираясь на сетку, упал в открытое окно.